Патриотизм – это любовь. Любовь к земле, на которой живешь, любовь к родине. Когда готов защищать родную землю ценой собственной жизни. Но когда простая любовь к родине перерастает в шовинизм и национализм, когда идет фанатичная проповедь национального, этнического превосходства над другими народами, история показывает, что это еще ни к чему хорошему не приводило. Нужно просто знать и ценить историю своего народа, а также любить ближнего своего, вне зависимости от того, какой он национальности, какого вероисповедания. В конце концов, какая разница, чем мы отличаемся друг от друга? Главное то, что нас объединяет. Ведь что такое патриотизм? Патриотизм – любовь к родине. А что такое родина? Эти участки земли, на которых мы разбросаны и отделены друг от друга колючей проволокой. Посмотрите глобальнее. Вот наш дом, вот наша родина. И вот, что значит патриотизм.